Так, здорово, здорово, дружище. Я тут заметил одну очень интересную вещь, которая заключается в том, что если я не прошу вас ставить лайки, вы их не ставите. Потому буду тогда продолжать. Ведь всем известно, что за каждую 1000 лайков у меня писька на сантиметр вырастает. Потому, ребятки, блядь, что я несу? Потому, ребятки, елки-палки. Придайте мне самоуверенности. Давайте 1000 лайков наберем. С ума схожу. Ну а что делать, ребятки, если бы я был адекватным, серьезным и информативным, хер бы меня кто смотрел бы. Окей, я нахожусь на своем аккаунте. Сегодня займусь той вещью, о которой уже думал достаточно долгое, продолжительное время. Смотрим на мою командору. 8-й бастион. По сути, сюда ставился талант по остаточному принципу. Что было, чем были богаты, то и поставили. Особо выбирать вариантов не было. Знаешь, священных огнев у меня... священных огней, такой талант у нас есть. У меня на складе прям не валялись по 20 штук. Был бастион, ну, посчитал, да, что это, в принципе, такой один из... ультимативных вариантов, скажем так. Но, тем не менее, я своей командорой не всегда на битве гильдии доволен. В особенности, если учесть тот факт, что есть на защите у противников заряженные бугимены, которым абсолютно на самом деле пофиг, что там бастион или священный огонь. Чпокнет так чпокнет. Но, тем не менее, хотелось бы, да, что-то такое вот резкое, как пуля дерзкая, интересное. Вы знаете, что я командору использую на битве гильдий. Потому решил поэкспериментировать. Раньше что? Я ставил священный огонь рунами. Теперь я решил поугарать. Вот. И мы сделаем немножко по-другому, друзья. Священных огней у меня на складе, как и раньше, скажем так, по 20 штук не валяется. У меня тут, конечно, что-то есть, да, но... Не так, как хотелось бы. Видишь, есть священный огонь, но это припасено для другого героя. Кстати, напишите в комментариях, для какого. Так, сначала я ходил командорой на битву гильдии, используя бастион и рунами священный огонь. Потом там Андрюха Рылёв говорит, попробуй с ремкой походить. Попробовал с ремкой походить, если честно... Непонятно. Это все достаточно субъективно. Поставив сюда ремку... Бывало, она себя проявляла лучше. Бывало, она себя проявляла хуже. И что я сейчас сделаю? Сейчас я солью 8-й бастион. И прокачаю здесь реанимацию до восьмерки. А рунами уже буду использовать священный огонь, который у меня, кстати, есть. Опять же, не так много, как бы мне хотелось бы. Но, тем не менее, друзья, он есть. Потому берем сейчас и, короче, начинаем все это дело ковырять. Жестко. Понимаешь, я вот сейчас это сделаю, я даже не знаю, как это сработает, не сработает. Но вот такой вот у меня план был. И, пожалуйста, не стоит за мной повторять, я просто вот хочу поэкспериментировать. И, скажем так, результат моего эксперимента будет известен через несколько битв гильдий. Тогда уже можно будет сформировать вообще мнение, почувствовал ли я разницу, не почувствовал ли я разницу. Потому как бы мы сегодня, конечно, на видосе потестим, друзья, но не так, чтобы очень. И как бы мы это все сейчас не крутили, не вертели, какого-то вполне определенного результата и понимания, как это все будет работать, мы, конечно же, не получим. Но почему бы и не да. Ресурсы есть, значит, можно что-то поковырять. Конечно, веселая история у нас получается. Заходим. Улучшить. Да, было бы весело, конечно, и до 9-й ремки это все дело улучшить. Но красные камни, знаешь, под ногами на дороге не валяются, как говорится. Так, а дальше мы сюда ставим. Мы сюда ставим ангелочка. Рунами мы ставим священный огонь, которого у меня сейчас нету. И он, наверное, стоит. Где он стоит? Он стоит, наверное, на Афине. Слушай, я уже даже не помню, сколько у меня походу. У меня, походу, друзья, у меня было два священных огня восьмых.
И один стоит на огне крылья. Это для саммита. А другой для саммита, опять же, стоит на Афине. Поэтому мы вот делаем так. И делаем... Ну да. Делаем вот так вот. Эмблема. Священный огонь. Раскаленный доспех. Кстати, у меня что-то появилось. 60 у меня есть, прикиньте. 60. Может, я раскаленный доспех и пятый выбью. Пока что не выбивается. Ну-ка. Ну, знаешь, самый интерес заключается в том, что я могу это все потратить и не выбить. Ладно, давайте в другой раз, может быть, даже отдельным видео напишите, чтобы я такой серьезный роллинг на чару устроил. Ладно. Хотя, подожди, мне еще надо будет чары подбирать для Розалинды. Потому что скоро будет прокачка Розалинды. Так, ну, командора у нас готова. Давайте соберем Седну. На Седну я прям даже не знаю, что вообще сейчас можно поставить. Можем по приколу сунуть вообще карася. Посмотрим, как она будет бегать. Так, здесь пятая ремка. Тоже раскаленный доспех. И они все должны стоять на таблетках. Ну, теперь пошли. Пошли тестить. Восьмая ремка. И видишь, в чем прикол, еще не рассказал. Почему именно восьмая ремка? 100% энергии понятно, но в первые 10 секунд увеличится атака на 70%. То есть, если командора начнет херачить, то в принципе, во-первых, она начнет это сразу делать, во-вторых, как бы она, блин, начнет много урона наносить, хотя бастион 60% давал. Ну да ладно, еще знаешь, что мне интересно посмотреть? А если ремку прокачать на девятку, то что будет? А, было бы у меня, конечно, красных камней целая куча, мы бы прокачали бы. Так, девятка. Атаку на 90, на 20% атака увеличивается, ладно. И в рейды идти неинтересно, потому что там слабые противники. Вот хулиган есть, мы сейчас на него и нападем. Но я думаю, что все-таки нужно нанять немножко юнитов. Куда уж там без юнитов, друзья. Так. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Что же у нас получится? Так. Юнитов достаточно. Еще раз. Гильдия. Так. Сила. Оп. Я 96-й по силе. Ладно. А, вот. Алолоп. Я не знаю, у него, наверное, сейчас, конечно, защита не выставлена. Да, у него Седна стоит, но тем не менее, алалоп это алалоп. Потому что, блядь, тут даже если у него защита не выставлена, можно легко получить в лоб. Так, ну мы там типа спамим такие вот крутые, да? Дальше спамим. Хули толку. Ну что, её пизданули, блядь. Пизданули, сука. Это мне не нравится. Все равно себя как дура ведет. Что за Джо Банана? Джо Банана. Нравятся интересные ники у ребят. Ну, опять же, я сейчас, конечно, могу очень долго дрочить. Вот, и это будет выглядеть достаточно странно. И попытки будут, мягко говоря, неудачными. Слушай, давай вот Феникса сюда. И вот так вот. Так. Изнасиловали командора. Вот удивительно, что Феникса не изнасиловали. Обычно, когда такие расты, когда там до зданий долететь, до удара куда-то далеко, а Феникс просто даже не успевает включиться, ему дают люлей. Ну-ка, подожди-ка. А, подожди-ка. Давай-ка вот... Давай-ка...
Ой, зачем я эти сундуки открыл? Ну ладно. Давайте-ка вот сюда. Сейчас, бля, пацаны. А супер командора сейчас на 100% пройдет. А, пройдет тут все. Мы вот вообще вот так вот делаем. Вот так вот делаем. И вот так вот. Хопа! Всех выпустили, все получили пизды. Бля, ну опять же, ну сейчас, блядь, тестить это как бы такое себе. Ну сейчас нападем еще на кого-то. Но разница, блин, понимаешь, разницу заметить трудно. Потому что даже когда ты на топов нападаешь, там, во-первых, зависит твоя успешность с командорой от многих факторов. И зачастую, вот как-то вот так даже понять, ты поменял командоре сборку, а ты, блин, ощутить разницу нифига не можешь. По той причине, что, блин, с каждым противником по-разному. Даже там какая-то усратая командора, которая, скажем так, усратая командора, которая вообще никак не собрана, она может там, блин, набрать целую кучу процентов, вот, а ты потом пойдешь на другого противника, ты там свою командору собрал как божечка и, короче, и получил, понимаешь, пиздюлей. Так что тут такая ситуация, потому сейчас, конечно, вот эти вот тесты, они бессмысленны. Вот. Единственный, да, косяк, что баф Ремки в плане урона, он, к сожалению, работает только первых 10 секунд. Блять, вот я сейчас как-то очень интересно высадился. Вот... Юниты закончились. Я забыл, что они, скажем так, сами не набираются. Не, ну смотри. А вдруг пройдем? Вот, знаешь, если бы было плевать на сливы, я бы, наверное, вот так вот героев выпускал бы. И just for fun смотрел бы. А шо будет вообще, понимаешь? А вот шо будет, смотри, я даже не спамлю, они там что-то дрочатся. Ну, здесь слив. Здесь слив, потому что героя с цепелином, конечно, убили. Долго мучили Феникса. Короче, вот такое вот видео. Вот так вот я решил протестить, скажем так, командору. Приходите на стримы по битве гильдии. Будем уже смотреть, как это в реальности будет выглядеть. Потому что, ну, сейчас в плане видео, ну, вот, это достаточно глупая затея. Я, конечно, мог бы пойти в рейды и всех там этой командоры нагибать и кричать вам, что это имба! Вы шо, это имба! Имба, имбовая имба, и шо, имба! Понимаешь, типа любого своего героя прокачивать, как мне вздумывается, и ходить шатать слабых противников и кричать о том, что это имба, это легко. Вот. Мне интересно, вот именно на нормальной битве гильдии с нормальными топами, там уже будет все понятно, ошибся я или нет. Ну, в любом случае, ресурсы есть, всегда могу поменять. Вам же пожелаю огромнейшей удачи. Спасибо, кто досмотрел до конца. Напиши об этом в комментариях, если ты эту чушь досмотрел до конца. Всем пока!